Совбез ООН экстренно соберется из-за ракеты КНДР. Совбез ООН рассмотрит очередной ракетный пуск КНДР. США, Япония и Южная Корея запросили на пятницу, 15 сентября, проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщает Интерфакс. Экстренная встреча членов СБ ООН может пройти во второй половине дня по местному времени. Как сообщалось, КНДР осуществила очередной ракетный пуск. Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР. По данным южнокорейских военных, ракета Северной Кореи пролетела 3,7 километров, достигнув максимальной высоты полета. Полетов 770 километров ракета полетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. По материалам сайта news.com.